второй день разборки. Помылся, погрузил в машину, отвезу, что лишнее, домой. И скоро Серега будет приступать к подготовке. Его кузова по красу. Юра. Стекольчик. Алло. Это абонент возмовляет. Да ладно. Блин, ты представляешь? Ищи. Кто-то позвонил, сказал, сейчас тебе будут звонить, не бери трубку. Кстати, почему будет меняться задняя левая дверь и капот? Есть больное место на 46-х. Вот по кромке. Здесь всегда все гниет. Если посмотреть внутри, там уже коржи подходили, все заржавело. Тут еще хуже. Не, у нас все после рихтовочных работ, да. Деловой такой. Все после рихтовочных работ. Серьезный стал парень. Я такой. Его уже боятся. В некоторых кругах. Останавливаться. Капец. Да, отдых такая штука. Говорит, надо настраиваться. Ну, я, говорит, я говорю, ну давай, настраивайся, говорю, быстрее. Входи в ритм танца. Блин, только разговаривал, а теперь трубку не берет. Ну как так можно? Когда отпадает герметик. Так прям это нравится. Ладно, погнали. А у всего ты не будешь собирать, да? Его на место прикрутим. Спереди? Ага. Прикручу, хорошо. Полместно его не занимал. Может, надо пока сюда поставим, чтобы он не мешал. Снять дверь, говоришь, да? Ну, погнали. Все профессионально? Да. Или есть что-то непрофессионально? Нет, все профессионально. Там где дырочки мы заклеили, где отверстие, чтобы туда ничего не попало. Потому что если она попадет туда, то она пойдет вовнутрь. Как будто газировочку открываешь. Не знаешь, так какое-нибудь холодненькое пепси так хочется выпить. Да? Знаешь, вот налил стаканчик, и оно вот это со стаканчика так лопается, прям так выбегает, эти пузырьки, а? То есть здесь то же самое, только не пепси. Самое главное, нельзя туда носом тыкать. Понял, нельзя смотреть так близко, потому что оно когда отстреливает, оно начинает
тебя летит. Оно может, да, брызги полететь в тебя. И ты такой бываешь раз, он... Начинаешь. Можешь заказать себе новую кожу, да? Ну, ты знаешь, ну, неплохо, так сказать. По-моему, это уже металл. Пальцем ковырять не буду? Да, неплохо. Ой, красота какая! Просто бимба. Просто бимбочка. Маленький металльчик, ты посмотри на него, с цинком. То что, оно таки оцинковано? Естественно. Скажи, она бы уже была ржавая, как Мазда моя, да, к этому времени? Не-не-не, они все оцинкованы, просто где-то что-то больше, где-то чего-то меньше. Красиво как идет, а? Аж самому нравится. Серег. Да? Так а если бы не было чего шпатлевать? Если бы не было шпатлевать, вот так вот бы сняли, занесли бы в камеру, погрунтовали грунтами мокрым по мокрым, покрасили, отлакировали и все. И вышли бы на толщину заводскую. И был бы завод? Был бы завод. Класс. 110-120 метров. Угу. Так, а если 150-180 сейчас на машине? Если 150-180, то могли просто где-то что-то подделали, где-то подкрасить и отлакировать. Угу. То есть, когда прибор показывает 500-миллиметр? 500 миллиметр, ну, это уже совсем зло. В зависимости от того, сколько слоев грунта лежит, если ремонтировалось. То есть, если из расчета 110-120 завод, если мы грунтуем полностью единицу, это где-то в районе 200-210-220 добавляется. 200-210-220 плюс 120 завода. Вот, вот и считаем, это у нас уже там 340, грубо говоря. Потом начинаем шлифовать. При шлифовке из 210 где-то остается 100, где-то 70, где-то 110 микрон. То есть 340, ну минус 100, 240. И, грубо говоря, красим, то выходит где-то в районе 300. Да. Это норм. Это если перегрунтована деталь полностью, да. Если не перегрунтованная, берем 110, чуть-чуть база это 15 и 50-60 микрон толщины лампы. То есть это выходит у нас где-то 170-180, это чисто прикрашена база и отлакирована, без грунта. Mm. Да. А явно прям проседает грунт при... Не-не, явно проседает грунт, когда он говно. Только так? Только так, да. Качественный грунт никогда не проседает. Он дает настолько минимальную усадку, любой дает даже самый топовый, но она настолько минимальна, что ты ее визуально не заметишь. Если оно говно, то будет видно, блин, вообще просто пипец. Я думаю, что эти слова можно вставить в любой трейлер, и нас просто заклюют максимально. Просто. Ну, скажут, вы идиоты, вы, блин, нихера не умеете делать. Все проседает. Кривотокие, блин, дебилы. Всегда ж проседает. Всегда проседает, да, всегда. Приезжайте, через 2 недели мы вас отполируем. Ну ничего, через годик, да? Или сколько он проседает обычно? Вообще быстро. Вообще, где-то максимум это всегда 2 недели. То есть по техничке любой продукт дает усадку через 2 недели максимально. То есть если через 2 недели вот все вот-вот в огнях, то этот результат будет на всю жизнь, если не будет внешнего воздействия какого-нибудь. То есть 2 недели, да, под палящим солнцем, да, и все, и мы увидим. Да, ну зачем нам, через... Нам, мы же это все отсушим в камере при 60 градусах в плюс. Кстати, мы сразу все увидим. Там еще такая камера, ух, да, ух, как покажем камеру. Если вы еще не видели ее, конечно. Блин, ну может быть такой дверь сделать, слышишь? Такое прямо шикарно, как, да? Будто мне хочется мне потрогать. Мне напоминает, что это какие-то вершины гор, которые надо преодолеть, да? Плюшевая дверца. Хочется потрогать. Можно, только не голыми руками. Ах, да. Вот. Серега нашел первую шпаклевку. На крыле. Ну это же не странно, потому что оно в этом месте обычно у всех ржавеет. Видать, удар был небольшой, потому что крышка-то у нас тут изогнутая. Угу.
Вот почему у меня фара ровно не становится, да? Угу. Надо его выровнять. Шпатлевочка хорошая. Лежала правильно, видишь. Хорошо держится. Второй день работ по турингу прошел практически. Я уехал немножко раньше, потому что нужно еще кое-что делать, кроме того, чтобы заниматься машиной. Но не суть. Суть в том, что пока все идет по плану, хорошо, приятно. Наверное, это похоже на то, что возможно покрасить хорошо, идеально за две недели. Но на самом деле еще впереди очень много работы. Девочки, вы упали. Девочки, вы упали. Ветер подул, и вы упали у меня. Я только разобрал вот сейчас пластик по бокам задних форточек, потому что их нужно будет вырезать, они не вставляются. Там все приклеено. Мне пообещали, конечно, что попробуют их спасти. Это очень обнадеживает, но все же. Поэтому надеемся, ждем и работаем дальше. Вот. А, еще заказали сегодня крыло, потому что мое крыло с левой стороны, снаружи это выглядело как две точки, ну а внутри оно по кромке уже все ржавое, поэтому крыло под замену, новое заказано по заменителю. Придет где-то послезавтра, будем мерить. Также завтра заберу еще капот и возьму дверь, будем мерить дверь. На этом пока что все.